Страна объята страхом. Афганские казахи просят Казахстана помощи. Вот так называется статья «Радио Затык». Афганистан охвачен хаосом. Группировка «Талибан» устанавливает свои порядки. Тысячи людей пытаются уехать в безопасное место. Репортер Азатыха поговорил с этническими казахами в Афганистане. Они напуганы и просят помощи у Казахстана. В интервью они просили не называть их имена в целях безопасности. 32-летний житель города Кундуз-Ка говорит, что люди не выходят днем из дома, прячутся. Так же делает и сам Ка, который воспитывает двух дочерей и сына. Он тяжело вздыхает, говоря, что его дети больше не смогут ходить в школу. На улицах сейчас тихо, никакой стрельбы нет, школы, банков, магазины тоже нет, их сожгли. В школах больше не будет занятий. Вечером талибы патрулируют город. С ними тяжело, они избивают людей, говорит отец семейства. Ка говорит, что боевики талибана также преследуют представителей других национальностей. Мы находимся в руках талибов в Афганистане. В Кундузе всего около 15 казахских семей. Мы все живем в страхе. Все говорим по-узбекски. Мы забыли казахский язык. Талибы избивают нас. Если вы казахи, покиньте Афганистан. Что вы здесь делаете, говорит они. Сейчас в Афганистане все дорого. Мы еле выживаем. А талибы приходят и требуют хлеб. Нас не оставляет покой. Помогите нам. Так обратился к Казахстану за помощью господин К, который не захотел себя, значит, называть в целях безопасности. Также мужчина говорит, что у этнических казахов нет ни документов, ни гражданства. Для того, чтобы оформить документы, ему необходимо отправиться в контролируемый талибами Кабул. Сейчас люди бегут в Узбекистан, Таджикистан, Иран. А казахи не могут никуда бежать. У нас никто ничего не слышал. У нас нет удостоверения личности. Нам даже не дали гражданство. Кабул далеко. Мы не можем туда добраться. Если нас схватят, то отправят на войну. Говорит он. То есть это говорит этнический казах, который живет сегодня в Афганистане. И который просит помощи у казахских властей, друзья мои. Друзья мои, надо, я думаю, откликнуться нашим властям. Нужно, я не знаю, что посольство как-то открыть, посольство там, призвать туда этнических казахов. Я думаю, что нужно помогать таким нашим казахам. Я так считаю. Это, конечно, мое личное мнение. Но, а как вы считаете, пишите в комментариях внизу, что вы думаете, как быть, как помочь тем казахам, этническим нашим братьям, которые сегодня вот в таком тяжелом положении в Афганистане. С вами был Ергали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракатух.